Kalyade. Tak? A to właśnie no, tak przed Kalyadami u nas była. Da, przed Kalyadami było. Aj, było, było. Даже были нам во, это... перетянули отсюда еще хати. Во, у нас, тут была у нас кузня. Тут у нас была уж такая кузня стояла. Все, грабилки уже колхозные. Ага. Мы рано устанем, не волнуем. И даже на крышу залезешь и стеклину на трубу положишь, как дым у хату шел. Да, было и это. Тихонько. Ничего. Залезли, ну, и звери подопруть завяжешь, то есть хаты не вылезешь. Хаты не вылезешь, а у нас тут вообще, тут кузня была, мы не вообще, так вообще в деревне. Ай-яй, что творилось. Грабилки, сучено грабуть. Грабилку такую большую притянуть, ну. Во, все стягивали. Было, было, было. А вот это где-то, да, было. А коллег это в какое число? Это ж, когда со 100-го. Декабря. 6 января. А, января. На Роство, так? Роство, ну, да. Перед колядами. 7 коляда, 6 такого. Вот дата. Там давали. Угу. А, и перед Новым годом тоже робили. И перед Новым годом. Вот там. Тоже робили. Ай, не так. Так, и перед Новым годом тоже робили. А у гайовцы робили так? Да, да. Так да. Само, так? А, тоже, да, тоже любили. Переодевали еще. У нас переодевались. А як? Ну вот наденутся кто якими дедами, кто. У меня тоже было попавши до Володя, до Кадуши. Женщина мужиком, баба, а, да. А женщину... Да, а, мужики, а мужики вот так одевались. Было и такого. Это было у нас дома, было. Я была попавши даже. У меня один тут сапором, у нас не засек зиной, Володя. Пришли... У него поросенку завезу, поголовушенок то завезу. Ну и дома и Ягонова, и батьки научили ее. А я его, ты, короче, иди надевай кожух на меня, а ты это, штаны надевай, иди. Ну и пошли мы ей, помню, пошли, переоделись. Кать, попугать, надо попугать его, его поголовушена сегодня. Ну его поголовушена была. Мы переоделись, пришли, и он там разбирает поросенка, а мы постукали. Постукали, дома, его и топор был в руках, матка боская. Ага, я увидел, что мы, он сообразил, что мы это мы ей. Более некому было, ну, ладно. Не дали. А я, короче. Я припустил за нами. Так я не помню, где я, где я была, где-то Дина моя понулась. Ну, короче, короче. Вот такое было. А переодевались, всегда переодевались в этом, особенно перед колядами, ага. Ну, короче, ходили, говори. Ходили, ходили. Ну, а тут тоже. Да. Ага. Ну, ходили, а як? А в хатах что вам? Вас... В хату не заходили. В хату не заходили. Не заходили. Ели, а только хат подпирали нас. А подпирали добрый, да. Ага. Вот, не ходили. Стукают под окнами колени-нибудь. Ага. Очень стукают. Ховаются, как не узнал. Ага. Узнай, кто. Ага. Бывают, постукают. Узнай, кто. А с козой не ходили? Нет, этого не было. Козлов не водили у нас. Ага. У нас этого нет. А, добро. Забыл. Нет, не крыудились. Нет, хорошо было еще. Да, нормально. Никто не бежал сюда уже. Не-не-не-не. Только мне бежало всяк мне дымом. Стеклину бы устянувши, Валерка, это дыром. Копихали. Устянули, что я затопила печку, а мне дыма полно. А поголовщина, что это такое? Поросенка. Поросенка, как зарежем? Ага. Резали поросенка у нас. Звались поголовщина. Голову валили. Ну, это называется по-другому, да. Я не знаю толком. Угу. Цикаво. А на купалле такое не робили, не? Не, на купалле такого уже не робили. Ну, тоже, я же говорю, на купалле тоже тягали. Тоже подпирали. На купальне подпирали. Это тут ци у вас в Гайовце? Тут, все тут. У нас не чем было подпирать дуже. А у нас тут добре было подпирать, чем. Коли тут полностью кузня стояла. Угу. На купальне тут песни пяюсь, костры. Ну. Все. Тирали, на купальне тоже подпирали. Ай, никто... Подпирали, подпирали, не надо кузня. Тут, так? Да ну брось. Подпирали, я добре помню. О чем ты говоришь? В этой, у Косареве, так? В Косареве подпирали, он дуже помню, он малый был. О чем ты говоришь? Да.
Цікаво. Що це спориш? І зав'язували, і зав'яжуть вольмуть під двері, щоб не вийшов, коли не подав прив. Було.